каждый заядлый болельщик знает, что в перерыве между игрой его ждет увлекательное зрелище, ведь любое спортивное мероприятие уже давно сопровождается ярким выступлением команд по чирлидингу. Эффектные выступления участников команды по чирлидингу в самом разгаре. Зрители не остались равнодушными, ведь так приятно смотреть на спортивное мероприятие, которое сочетает в себе ловкость, грацию и красоту. Турнир «Звезды Подмосковья» проходит в ПСК. Танцевально-акробатические номера украшают и разбавляют напряженные соревнования и полевые баталии. В спорткомплексе Подмосковья прошел турнир под названием «Звезды Подмосковья». Показать свои команды, получить награды, продемонстрировать готовность к предстоящему сезону и просто весело провести время. Приехали чирлидеры со всей области. Цель и задача, конечно же, собрать города и проверить себя в новом сезоне, потому что сезон только начинается, основные старты у нас конец марта, поэтому сейчас, конечно, перед Новым годом нужно проверить, в каком состоянии команды, какие композиции, кому что подтянуть. А что касается географии, ну, нам очень нравится город Щелково. Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрел наиболее широкое распространение к середине 20 века. Примерный перевод названия – лидер группы поддержки. Сегодня чирлидинг существует как отдельный вид спорта, но все же главная задача команд – привлечь зрителей и болельщиков на стадионы с целью популяризации физкультуры и спорта, поддержать спортивные команды, которые участвуют в матче. В психологическом плане мы видим, на самом деле, те, кто занимается чирлидингом, насколько они раскрываются и становятся успешными и в школе, и в других позициях. Стать участником команды по чирлидингу может каждый. Главное – чувствовать единение и командный дух. У нас очень дружная команда, мы очень хорошо дружим. То есть в обычной жизни тоже, да? Да, и в обычной жизни тоже. После тренировки можем там не пойти гулять куда-нибудь. У каждого участника свои причины выступать в команде чирлидеров. Например, у юных чирлидерш команды «Лучики» из «Химок» их несколько. Но все же главное одна – добиться успеха своей команды. Ты поддерживаешь свою фигуру, еще очень нравится выступать на соревнованиях, занимать кубки, места. Я занимаюсь чирлидингом для того, чтобы, во-первых, поддерживать свою команду, когда вот они выступают. И еще, чтобы гордиться тем, что мне очень много медалей и кубков. Я люблю команду, и чтобы все работали вместе. В ходе турнира были подведены итоги предыдущих соревнований, вручены призы и кубки. Однако состязания продолжаются, так что и в дальнейшем командам по чирлидингу придется показывать сплоченность и отточенную технику. Лилия Тимиева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».